Плохо одно бывает так, что страдает и когда. Ну давайте, давайте вашу шишку. Мы ее, кстати, используем в рекламе колбасы, да. В газете, в прессе, в рекламе. И ваши аплодисменты. Так, Игорь Умаров, Игорь Умаров, пожалуйста. Вот он бежит, я вижу, в рубашке с такой яркой. Игорь Умаров, тоже у него частушка замечательная. Сейчас вы, Олег Дмитриевич. Вы помните? А, собственно говоря, смотрите, это какой? Вот этого мы выбрали. Приходи ко мне, миллионок, мне нужны твои баксы. Приноси баклажку пива и фамильной колбасы. Не нужны баксы, хорошо? Браво, и ваши аплодисменты!
У нас на празднике гости. Это делегация города-партнера. Город Надь-Канижа из Венгрии. Пожалуйста, мы приветствуем наших гостей из Венгрии. Венгры у нас сегодня на нашем празднике на дне города Тольятти. Ура! Jó napot kívánok, tisztelt Tóly Attila! Kedves Tóly Attila, Nagy Kanizsa, nem mondod. Garazsáne! Эти песни и выступления для нас уже знакомы, потому что несколько раз присутствовали на нашей территории в Венгрии. Это один из крупнейших мясокомбинатов Поволжья. Замечательное вкусное качество фамилии «Колбас» складывается из множества составляющих. Это натуральное, экологически чистое сырье. Мясо на предприятии составляется из ведущих фермерских хозяйств Поволжья. Производство оснащено самым современным оборудованием от известных мировых производителей из Австрии и Германии. Фамильные колбасы. Туда. Я снимаю. Идет. Я снимаю. Ну ты снимаешь. Снимаю. Я из рода Жел. Мы простимся на...
Разыгрывается более 100 призов, среди которых 5 микроволновых печей, термопосуда для микроволновой печи, термосы, наборы фужеров, вазы, кружки и, конечно, великолепная продукция от фамильных колбас. Когда снимать будет, чуть-чуть наклониться, и будет замечательно. Все у нас эти интервьюируемые вот такие будут, кривые. Да? Через несколько секунд мы начинаем розыгрыш нашей лотереи от генерального спонсора нашего праздника мясокомбината «Фамильные колбасы». Приготовьте ваши билетики, которые вам раздавали промоутеры в течение всего нашего праздника. И совсем скоро мы узнаем счастливчиков. Узнаем, кто сегодня уйдет с призом от нашего замечательного мясокомбината «Фамильные колбасы». Напоминаю, 100 призов, температурах 5 микроволновых печей, базы, кружки, а также великолепная продукция «Фамильных колбас». Итак, чтобы ни у кого не было сомнения в объективности нашего розыгрыша, мы можем менять детей. Сначала один, потом другой по кругу. Посмотрим, у кого самая счастливая рука для вас. От Кати многое зависит. Ну что, Кать, ты готова? Смотри, сколько здесь бит. Можно, кстати, поаплодировать, потому что это все достанется вам. Достанется. Все готовы? Можно начинать. Ну давай, Кать, покрутим этот лототрон. Ой, что-то там начинает. Давай соберем и обратно положим. Итак, внимание! Первый у нас номер 00-44-24. Смотрим. 00-44-24. Мы сравним номерочки 00-44-24. Все сходится. Как вас зовут? Ирина. Поздравим Ирину! И, пожалуйста, вот этот замечательный термос, ваш и ваши аплодисменты! И мы продолжаем. Следующий приз разыгрывается у нас фотоальбом. Я открываю, давай открою, а ты так вот перемешай хорошенько, все перемешай. 002197. У кого зрение хорошее, может увидеть. У нас все по-честному. У тебя тоже есть, да, эти билетики? Понятно. 002197. Разыгрывается фотоальбом. 002197. Еще раз повторяю, 002197. Ну что ж, переигрывается, я так понимаю. Так, пожалуйста. Давай, Катя, еще попробуем. Попробуем еще. Лучше мешай. И доставай билетик. 3-0-948. 0-0-0-948. 0-0-0-948.
Кать, обратно складывай. Обратно складывай. 000948. Есть, где? Кто? Вы? 100 призов разыгрываем. 100 призов, вы представляете? 100 призов от нашего генерального спонсора. И поприветствуем девушку. Поприветствуем девушку. Как вас зовут? Как? Я не понял, но все равно давайте поприветствуем. Замечательное имя и номер тоже замечательный. Все сходится. И, пожалуйста, вот этот приз ваш. Этот приз, это замечательная ваза вам. Да, фотография на память. И мы продолжаем. Кать, не устала? Давай уже. Номер 001723. 001723. Если хотя бы руку поднимите, у кого этот номерочек, чтобы вы знали. Прыгает, прыгает девушка, до самого неба добрается. Третьим аплодисментами. Счастливого обладателя нашего уже третьего приза. Идемте, идемте к нам. Не верит своему счастью, так немножко растерянно. Давай пятый Ксении. И Ксения получает вот такой замечательный наборчик. Ручка, брелок и ваши аплодисменты. Пожалуйста. За выступление конница, то есть показательное выступление казачьей конницы. То можно участвовать в лотерее, одним ухом слушать номерочки, другим глазом смотреть и реагировать на это замечательное показательное выступление наших казаков. Мы продолжаем. Катя, ну, так разыгрывается у нас, подожди, давай посмотрим, что это. Термопосуда. Кому это нужна термопосуда? Всем нужна. Давай, Катя. Кому нужнее, нам и посмотрим. Тебе? Посмотрим. Так, номерочек. 000987. 000987. У вас этот номер? А вы кто? Он здесь ходил рядышком. На самом деле, 00987. Счастливчик, поаплодируем ему. Он вот ходит, снимает. А приз у нас будет ваза. Ваза у нас будет приз. И вазу получит у нас счастливый обладатель номерочка 00379. Ну, отзовитесь, поднимите руку. Отреагируйте же как-нибудь. Наверное, никому ваза не нужна. Поднимайтесь, поднимайтесь к нам быстрее. Вас ждет замечательный приз. Вот такая ваза от нашего генерального спонсора. Пожалуйста, поднимайтесь к нам. Столик. И давайте все призы туда будем отдавать. Мы не хотим вас затруднять, так сказать, таким подъемом высоким на эту сцену. И поэтому здесь вот с краешку есть столик. Итак, Катя. 1593. 001593. 001593. Есть. Есть фамилия Колбас. Пожалуйста, Катя. Номер 001264. Замечательный набор. Брелок и авторучка нет, да? А было 1470. А было 1470. Внимательно слушайте номера, внимательно. Есть два и получайте приз. Прошу вас. Прошу. Номер 004881. 004881. Поздравляю вас. И, пожалуйста, подходите к краешку сцены. Так, время пошло. Вернее, дело пошло быстрее. Так, 003960. 003967. Есть, пожалуйста, подходите. 003967. И 004047. О, какой.
4-0-4-7. Есть? Тихо, 4, как подожди. Повторите, пожалуйста. Да. 0-0. Чуть нас разыгрывается. Продукция фамилии Колбас. Замечательный батон колбасы. Давайте посмотрим, что это у нас. Прима. Прима разыгрывается у нас. Прима. 0-0-1-3-3-7. 0-0-1-3-3-7. 0-0-1-3-3-7. Нет, ничего. Есть. Переигрываем. Кому-то другому достанется замечательный батон этой колбасы. 9-0. Кружка. Есть? Есть. Я, пожалуйста, проходите к нашему столику и получайте призы. Не понял, что это мы тут делаем. 0-0-1. 1-2-1. 0-0-1, 1-2-1. Что, кружка никому не нужна, что ли? Ну, пожалуйста, у кого есть, подходим. И снова у нас зернистая у нас. Фамилия голоса зернистая. 0-0-0-0-3-8-4-3. 0-0-3-8-4-3. У кого есть такой номерочек, пожалуйста, подходим, показываем. Может быть, пора сменить там? Что? Ну, еще один, и потом поменяем. 001-966. Если у вас есть такой номерочек, подходим. Там все фиксируется и записывается. Какие номера я назвал, никуда ничего не денется. 66. У кого есть, подходим. Вот я смотрю, мужчина уже бегом убежал. Ну давай еще разочек. И уже кто-нибудь готовьтесь. Вот эти 003-772. 003-772. 003-772. Записки о том, что мэр приезжает. Приезжает мэр, надо его объявить. У нас все по-честному. Значит так, мы совсем на немного прерываем нашу лотерею, которая решает нашу программу. И наберитесь терпения, оставьте при себе ваши лотерейные билетики, мы продолжим совсем скоро розыгрыш нашей лотереи. Ты пока тоже отдохни, а потом ко мне придешь. Я с вами. Пожалуйста, стой здесь. Thank you.
чтобы мы увидели конницу, увидели, как демонстрируют свое искусство наши казаки. Пожалуйста, давайте освободим площадку. Организовано освободим. Первое, я вас поздравляю с самым любимым нашим праздником, днем рождения нашего города, или как мы его называем, День города. Нам действительно повезло о том, что мы живем в городе самым неповторимым. В этот день пожелать вам счастья, добра и здоровья. Главное, чтобы было у вас все. И то счастье, как... Николай Дмитриевич, разрешите от лица Центра казачьей культуры поблагодарить вас за поздравления, которые вы высказали и городу, и нам, как организаторам праздника. С рукояткой и шашкой. Этот символ намека власти, в том числе и кнута. Спасибо. Ну что, ходи, милости просим наш казачий городок, ответка настоящий казачий кулеш. И сейчас начинается показательное выступление наших казаков. А через 10 минут продолжится розыгрыш нашей лотереи. Иностранцы приехали сюда греться. Наши друзья с Венгрии приехали, говорят, у вас тепло. А что же вы только здесь? У нас там и рыбацкая уха, там и все. Где урашки? Ну, вот сегодня этот самый конкурс на лучшую уху. Надо было пойти на торт. Ну, мы на торт собираемся. А, на торт? Да, нам на сладенькое надо. 30 килограмм который? Не место берегу. На торт. Сейчас мы выиграем колбаску, пойдем торт есть. Спасибо. А торт так ты будешь? Мама, на Чикаго,
каждый рог ужмет он и глядит в глаза. Альма смеется, целовать нельзя. Каждый рог ужмет он, Альма смеется, целовать нельзя. Будет шутит он со всеми, откровенно говорит. Меня в ушах шумит, где под солнцем юга жизнь безбрежная. Ждет меня подруга нежная, где под солнцем юга ждет меня подруга. Какая? Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет украсть. Кавалер барышню хочет украсть, где-то улица, где-то дом. Подойду, украду, уведу барышню эту, всех на виду. Жарких объятиях ее закручу, к небу высокому с ней лечу. Жарких объятиях ее закручу, к небу высокому с ней лечу. Крутится, вертится шар головой, крутится, вертится над головой. Вот он сорвался, упал и лежит, барышню парень в объятиях кружит. Садник и други в поход собирай, хор трубачей отозвался. Выгони седлайки, взводного голос раздался. Ой, справа позлобно, а сидят молодцами, а ну не горячите лошадей. А прыгают и скочут, храпят. Вот уже казаки блещут киберами, с горному месту спешат. Вот уже казаки блещут киберами, с горному месту спешат. Едут, поют и удалые казаки, бобаны тарелочки гремят. Красные девочки и барышни, дамы, бабы, все они за нами глядят. Красные девочки и барышни, дамы, бабы, все они за нами глядят. Красные девочки и барышни, дамы, бабы, все они за нами глядят. Спасибо. Фольклорный ансамбль «Быть добру». Напоминаем, что генеральный спонсор сегодняшнего праздника – мясокомбинат «Фамильные колбасы». «Фамильные колбасы» – настоящие колбасы. Это подтверждают медали и дипломы между... Скоро мы продолжим наш розыгрыш. А мы продолжаем смотреть показатели выступления наших казаков. И пели сабельные казахи на регалы казахами. Кат! Лошадку видишь, Паша? Все юноши и взрослые казаки
демонстрировали свои воинские умения с общей казачью воинском празднике службы. Пригодность службы определялась медицинской комиссией. Рыбы и кони казаков подлежали обязательной ветеринарной проверке на предмет годности к ним военной службы. Требования были достаточно высокими. Конь для казака был больше, чем лошадь. Это был самый верный друг. Любовь казака к коням отображена. Вся жизнь казачья была связана с военными действиями, и готовность к войне пронизывала всю жизнь казака. Приобщение к красному делу начиналось со дня рождения казака. Сам Наполеон отдавал должные муки своим успехам в этой кампании. Это бесспорно лучшие верхние войска, какие только существуют. Это сказал крупнейший военачальник того времени. Главнокомандующий русской армии казаков 12-го года. Почтение мое к войскам Донскому и благодарность службам их компании 12-го года, которые были важнейшей причиной к истреблению неприятеля. Дал свою оценку Одна осталась, одна только. Все друзья пошли ее искать. Одна подруга. Все друзья. Кого дать? Что там есть? Oh,
выступление наших замечательных казаков. Прекрасно! Прекрасно! И можно поближе подходить куда-то. Даня, тебя снимают, Данил. Замечательных призов. И главным из них является товар билетик. Цифры знаешь? Я тоже знаю. 000500 столику. У кого номерочки совпадают, тот подходит, пожалуйста, вот сюда, на краешек ножи. Потому что у нас очередной счастливчик. Очередной счастливчик. И, пожалуйста, Миша, давай, доставай билетик. Микроволновая печь. 003075. Поднимайся к нам, потому что мы хотим посмотреть. Мы хотим посмотреть на тех, кому очень повезло сегодня. Пожалуйста. Если номерочек совпадает, это печка ваша. Потом пойдет к нам, давайте встретим аплодисментами счастливого, я надеюсь, счастливого обладателя нашей печки. Бегом с номерочком к нам сюда. Давайте ваш билетик. И в следующий раз повезет вам, мы тоже будем вам аплодировать. В день города замечательный приз от мясокомбината фамилии Колбасы. Помогите, пожалуйста. Мужчины, помогите. Собственно говоря, свою ношу не тянет. 002134. 0021. Что сюда? Это вы сюда? Пожалуйста, подходите к краешку сцены. Я еще раз повторяю, у кого номерочек совпадает, вот с правой от меня стороны, от вас слева, есть стол. Подходите, регистрируйтесь, показывайте свой билетик, свой номерок. Все это дело сравнивайте, и вы получаете приз. В следующем у нас разыгрывается что? Разыгрывается у нас термос. Термос! Сходим к краю сцены. Следующим у нас и еще один батон. Прима, фамилия Колбаса Прима, 001-885. Подходите, получайте ваши призы. Следующий у нас колбаса зернистая, 00926. Кто ли был? 00926. И еще раз повторяю, 00926. И снова разыгрывается на 003158. И еще раз повторяю, если я вижу, да. Ну, пожалуйста, подходите, получаем призы. Миша, давай. Разыгрываем. Есть что-нибудь? Разыгрываем фужеры. Фужеры символики. Как нету? Внимательно колбас. Смотрите. 003130. Сэндвич тостер. Пожалуйста. В билетике смотрите внимательно. Останется он счастливым обладателем номерочка 00008. Там бывают выигрыши. Мы знаем, что выигрыши бывают, но мне там ничего не совпадает. Микроволновой печи нет. Фотоальбом с символикой 002. Номерочка 004972. Есть, пожалуйста, подходите. Подходите к нашему столу. Ко мне ближе, девушки. Давай, Миша, еще немножко. Хорошо. Набор, ручка и открывалка. Ручка, открывалка, 003-161. 003. Молодец, Миша, хорошо, правильно. Хорошо, немного покрутим. Только немного. Так, разыгрываем вот эту замечательную вазу. Замечательная Рима достанется обладателю номерочка 002682. 002682. И еще раз повторяю, 002682. Следующий. Приготовились все!
Выучили, небось, уже все номерочки свои. Давай вот так активненько ручкой, ручкой прям так вот помешайся, перемешай, перемешай. Ага, вот, вот, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, давай. И у нас печку выиграл номерочек 003489. 9. И еще раз. 003489. Отзовитесь, а вот где вы? В билетах выигрыш. Да? Да. Интересно, где? Нету? Ждем. Должен быть. Должен? Колбаса зернистая. Колбаса зернистая. И выиграл у нас номерочек 003-610. 003-610. И еще раз. 003-610. 000-738. 000-738. 000-738. Рамочку для фотографий. Алена, давай, доставай номерочек. Я же сказала, что что-нибудь да выиграю. Ведь будет много. Итак, выиграл номерок 002-515. 002-515. 002-515. Подходите, получи. 109. 004-109. 004-109. Занимайтесь своим делом. Ради бога. No. Занимайтесь. Выиграл у нас номерочек 001-317-007. И разыгрывается у нас и еще один батончик колбасы. Деликатесная. Колбаса деликатесная. 002-704. 002-704. 002-704. Пожалуйста, подходите, забирайте вашу колбасу. Давай. Так, набор разыгрывается. Ручка и брелок. 1-3-1. 003-1-3-1. И мы разыгрываем набор фужеров. И получит его 477. 001-477. Так, и следующим у нас немножко перемешать. Будь здоров. Спасибо. Выиграл у нас номерочек 000-049. О как! Хорошо перемешали. 000-049. Пожалуйста, у кого там номерочек, подходите, получайте ваши призы. Ну что, взяли подарение игрицы, потому что осталось очень много замечательных призов. Вот они стоят перед вами, посмотрите на них, и эти призы, возможно, достанутся вам. Yeah.
декорации от имени артистов Мордовского государственного ансамбля песни и танцев «Марина» поздравить вас всех с таким замечательным праздником, Днем города, и пожелать вам всем крепкого-крепкого здоровья, неувидаемой молодости, долголетия, благополучия в семьях, счастья, мира и добра. Итак, встречайте на сцене лауреат государственной премии Мордовии Республики Мордовии, лауреат всероссийских конкурсов, профессиональный коллектив «Мордовский государственный ансамбль песни и танца «У Марина».
Хорошо получилось. Woo-hoo!